Сюда. Сюда сесть. А он, эй, раз, давай! Гаси его, гаси! Антон, так на малого! Согласен! Давай, давай, Антон, давай! На малого! Ну! Давай! Малой, на тебя деньги поставлены! Давай! Малой, с тебя спрошу, что вы как тюлени медленные такие! Давай, пошли! Все заказывают. Вот, пожалуйста, он. На тем Павлушу. Меня снимая, скорее всего, сидит. Вот тачка. Уважаемый. Где, где ты, ты воруешь? Мало на лице что ли было? Тачку переставь. А что? На лице мало, говорю тебе. Не объяснили там доходчиво? Машину не вставили. Я все говорю. Снимаю. Все запечатлено. На лице. На секундочку. Начнется. Ребята, но это явно лучшее, что я видел за последнее время. Видим, видим. Но это не ваш муж. Это я прям... понимаю. Это близнец вашего мужа. Это прям хорошо. Садитесь. Не знаю, как называется, но советую. Бля, это просто боги рекламы, мне кажется. Какой дерзкий, смелый. Тут даже жить скач вообще. Возвращение Мухтара 2. Помнишь? Поезд уходит. А, да, давай, быстренько. Классная задача, не там какая-то.
Перспектива одна? Поезд уходит. Тем не менее, я все-таки, подонки, рад вас видеть. Раз, два, три, с Богом! Так, быстро. Мы еще никогда не играли. За кулисами стоял Виталий, продюсер, с таймингом. И торопил нас, такого еще не было никогда у нас. Это Алешины заметки? Надоехал немножко. А кто это? Господи, какое счастье, что можно еще купить DVD с мажором, третий сезон. Павел, это победа. Жую лук для тебя. Играть будем вместе с ним. Хорошо. Спектакль. Ты вчера чеснока нажрался? Нажрался. Угу. Вот терпи теперь. Вот Пашкин обед, смотрите. Все, что хватает денег человеку. Мне и Тони он заплатил. Угостило. А вот, да? Не хватило. Опять очередной бартер. Павел и шашлык. Крыльями что-то. Нет, Павел Прилучный убил таракан. Бросил в угол, вот все. Знаменитый кузбасский жук. Залетел жук, что вы. Да это из моего фетучини. Ребятки, ну едем. Вообще-то не погода. Ну, это одна из, наверное, таких приятных площадок в Москве, на которых мы работали. Вот, очень уютненько, с хорошей акустикой, действительно. И, вы знаете, в каждых районах разный зритель, несмотря на то, что очень многие приезжают из разных стран и городов и все остальное, но все равно некий костяк людей, которые ходят там в театры. Если, наверное, процентов 65-70, насколько я понимаю, это все-таки это люди, которым ближе, да, то есть которые здесь живут недалеко. Вот здесь очень приятные зрители. Ну, то есть какие-то прям адекватные товарищи ходят сюда, отзывчивые, очень. Да клево тут что? Идет спектакль. Так, подарки. Спасибо большое. Жалко, конечно, опять сын отберет. Ну ладно, буду прятать. Шкварчание ягнят. Ребята, ну это, конечно, просто пиздец, если честно говоря. И тот момент, когда, блядь, парковка далеко. Пиздец. Друзья, привет, смотрите, короче, как вам прикид? Сегодня в Москве был очень сильный дождь, промок просто насквозь, вот. Да. Блять. Там одинаково оделись. Да не. Это по-разному. У меня лучше. Да. А это, давай, да, команда КВН как наша будет называться? А подожди, у нас написано же название на груди. Мэри Мэл, короче, питерские мелодии, похоже. Не говори, забери ее с собою, забери. Не говори ты с ней, бери. Ты хватай ее за руку и беги. Привези ее домой, люби. Привези ее домой, люби. Привези ее домой, люби. Вылюби ее и влюби. Забери ее с собою, забери. Не говори ты с ней, бери.
и хватай ее за руку и беги, привези ее домой, люби, люби, привези ее домой, люби, люби, привези ее домой, люби, люби, вылюби, вылюби, вылюби ее, вылюби, вылюби ее и влюби. Ну что ж, друзья, мы взяли покататься такой вот новый автомобиль. Расскажу немного о нем. Люк. Небывальщина, да? Чудеса, чудеса, небывальщина. Открывается практически на весь салон, все большой люк. На самом деле, очень клевый авто, именно тем, что здесь много места. Реально, сзади помещается вся семья и не только. Ну и собаку можно в багажник мертвую просто кинуть. Да, это... Вот. Клево, спокойно, абсолютно непривычно по сравнению с предыдущим моим транспортом, так как автомобиль едет просто как по шпалам. Просто офигел, тебя долго ждать, блин, ну, дождь. Слушай. Это и есть. Дави силой бедро в кушетку. Бедро в кушетку силой. Вот. Держим. 5, 4, 3, 2. Отпустил. Полностью, полностью. Яма. Нет. Да, вот. Вот еще дает. Это раз. Прекрасно. Хорошо. Выдох. Ага. Отлично. Прекрасно. И еще разочек, да. Ой, не закатался. Ничего. А. Хорошо. Так, еще чуть-чуть. Только грудная мышца, например, вот, вот это большая. Да. Свою вперед. Раз, два, три. Держим. 3, 4. Отпусти. Упался. Здрасте. Ребята, мы впервые в жизни взяли велики на прокат в Москве и поедем кататься. Романтика у нас сегодня городская, да? Подозрительный черный мужчина в пиджаке уехал на велосипеде ВТБ в сторону детского мира. Ребят, за что? Ребят, за что? За что? Рок жив! Народу! Да? Красота! Да? Все, устал? Да. Бежит ко мне, мой сладкий. Наконец-то добежал. Наконец-то добежал, мой усёк. А тут тебе вот тут нельзя ещё. Сейчас нападёт с парника прямо вот так вот. Я возьму с помидором полной хапкой. Ну-ка, Миюшка, поворачивайся. Ну. О, помидоры! Вкусно пахнет в теплице? Да. Ну, пойдём. Брызгай его, брызгай. Ты моё солнышко, как я скучала. Нет, подожди, пока он подойдет к тебе. О, ара, в песке. Не пускайте его, бать. С вами на связи Тима FM. Идем, ёлочки, синие ёлочки. Идут синие ёлочки. Поют по страшному свету. Шишечки, ёлочки. Шишечки, ёлочки. Короткий метр начался.
Набиваем руку сейчас. Друзья, хочу обсудить с вами мой родной город. И хоть родился в Чимкенте, в городе Казахстан, родной для меня стала Москва. Она подарила мне встречу с супругой, и здесь растут мои дети. Многие считают, что Москва – это город клубов, тусовок, ресторанов, баров. Но настоящие ценители любят Москву за тихие, уютные места, за скверы, за парки, за архитектуру. А какой город вы считаете своим родным? Какой характер вашего города и за что вы его любите? Делитесь своими историями с хэштегом «Город с характером» и «Боржоми». И получайте крутые призы. Не тот мужчина. На парковке, а тут Алина! Класс, Тим! Офигеть! Мы решили все-таки подойти к оленям. И еще есть с рогами. Там прям с рогами, с большими. О, как их много, капец вообще. Посмотри, прям маленькие оленята. Это же бэмбики. Привет, олени. Приветики, пистолетики. Какие классные. Офигеть. И вон с рогами. Два. Шмисти не сквозь нее не пройти. Без тебя жизни нет. Я не могу найти ни одного пути. Грешной души в зиме. Без тебя смысла нет. Без тебя жизни нет. Жизни нет. Сдается мне, теперь это надолго. Переживаю словно переплываю Волгу. Итак, всем привет, друзья мои. Хотел рассказать такую историю. Сегодня еду, значит, и вдруг вспоминаю Венецию. Ну ладно, Венеция. Я вспоминаю, кто нам все это дело организовал. Вот! Представляете, это человек в Москве. Лена. Знакомьтесь. И этот человек организует просто потрясающие вещи, которых просто даже можно и не вздумать, что это можно организовать. Но это можно организовать. И она это делает очень круто. Поэтому, если что-то надо, то обращайтесь ко мне. К ней. Именно к ней. Я оставлю где-нибудь здесь, значит, какие-то контакты, я не знаю, там, что обычно оставляют. В случаях. Тот случай, когда заказал в Москве такси, я просто охренел немножечко. Ну что, всем деньги нужны, подрабатывать как-то надо. Да, вот. Или, кстати, нормальная тема, реально. 350 рублей по городу. Жизни нет, я не могу найти ни одного пути. Грешной души в зиме. Без тебя смысла нет, без тебя жизни нет, жизни нет. Сдается мне, теперь это надолго. Переживаю, словно переплываю Волгу. Она на шелке, она иголка. В дребезги мозг осколки Сколково. Она такая, что не хватит слов. Теперь я знаю, как мне повезло. Холодам на зло. Кто-то отодвинул заслон, и как же далеко меня унесло. Там листья на ветру, я без нее не тру, я без нее умру. Бываю груд, но я не вижу никого вокруг. И тем теплее, чем ближе к костру. Гори, гори, моя звезда, да-да. Все неспроста, мне не перестать. Стали листать вместе страницы, лица, места, вереницы стран, вместе в астрал. Без тебя жизни нет, я не могу найти, сколько ни жми стене. Ни одного пути, грешной души в стене. Без тебя смысла нет, без тебя жизни нет, жизни нет. Я не всегда милый такой, как песня. Та знаменитый переход на песни. Главное честно, папа в песне. Было бы пресно без, с тобой интересней. Тепло, как в пластинках попа. Нам повезло, мы это знаем оба. Сдается мне, что это любовь до гроба.